Всем привет, друзья! Если вы здесь первый раз, меня зовут Камал, на своем канале стараюсь делиться полезным опытом, поэтому если интересно, подпишитесь. Сегодня я вам расскажу о том, как я сходил в море матросом, о приключениях морского волка, так сказать, как это было, эмоции, опыт и какие выводы я для себя сделал, подведу в конце итог. Итак, если вы не знаете предысторию, здесь вылезет подсказка, обязательно посмотрите. Там я рассказываю о том, почему и как я закрыл свой зал. Понятно, это все из-за карантина. 5 месяцев в итоге я сидел без работы. То есть так долго я никогда не был без работы. И, конечно же, ты очень много думаешь, переживаешь. Плюс к тому, у меня родился в апреле сын. И уже другая ответственность. То есть надо уже было что-то придумывать, потому что положение было уже катастрофическим. И перебивался я тем, что тренировал своих старых клиентов на улице, на турниках, которые мы с друзьями и сделали. То есть так далеко не уедешь, понятное дело, надо было что-то серьезное делать. И принял я для себя кардинальное решение и очень серьезное, потому что у меня кроме зала еще кафешка была небольшая, то есть я привык сам распоряжаться своей жизнью, сам решать, что мне делать, что мне не делать. То есть, а тут ты идешь матросом, и тобой командуют те, кому не лень, потому что матрос это... расходный материал, по-другому и не скажешь, именно материал. То есть, если тебя оторвет ногу, никто с тобой нянчиться не будет, тут же меняют и сразу же привозят уже другого человека. Ну, я к этому был готов. Итак, сделал документы, собрались мы отсюда, нас до Сахалина отправили, нас за свой счет мы полетели, прожили там еще 4 дня за свой счет, также плюс здесь экспресс-тест, там экспресс-тест. И потом уже на пароме нас отвезли до нашего парохода. Паром был маленький и болтало нас очень сильно, на самом деле, и позеленела половина экипажа нашего. Пароход у нас большой, он флагманом пришел вообще с этого рейса, то есть мы на первом месте пришли по вылову. 28 тысяч тонн мы сделали за 3,5 месяца. Рыбачили мы под Японией, но сначала в российских водах. И режим работы у нас был 6/6. Это самый тяжелый график, который вообще есть. Вместимость трюма готовой продукции морозной 3500 тонн. Я не знаю, если у вас получится вообще представить, что это такое. Когда я пустым увидел трюм, у меня глаза на лоб полезли, потому что я понимал, что он будет забиваться полностью, его надо будет еще разгружать как-то. Экипаж 120 человек, то есть довольно-таки большой экипаж. И первое время я на пароходе просто учился хотя бы найти дорогу до своей каюты, потому что у меня с этим в принципе проблема, а на пароходе там очень много для меня, лабиринт это был целый, то есть очень много таких пересекающихся тоннелей как будто, и меня еще поставили сначала на операцию бункерным, у нас на пароходе 6 бункеров, то есть ты постоянно вверх бегаешь на палубу, вниз и следишь куда сливать рыбу, откуда забирать, как подавать, то есть такая очень энергоемкая работа, то есть очень много двигаешься на работе, на смене. За одну смену я засекал за 6 часов, я делал 15 тысяч шагов. Вот теперь представьте себе, ты в робе, ты еще в непромокашке, ты потеешь, плюс на тебя брызги со всех сторон летят. То есть такая довольно тяжелая работа, и плюс ты спускаешься в машинное отделение, если вниз, в нижний цех, наверх на палубу, то есть ты уже все, ты уже устал, можно сказать. То есть первое время, конечно, мне было очень тяжело и морально и физически, пока я не адаптировался. Тем более, что ну, 6/6, вы представьте себе, что вот вы идете на работу, многие ноют, вот с утра на работу, неохота. А теперь представьте себе, что вы это делаете в сутки 2 раза. Только вы не сидите где-то там в офисе, не бумажки перебираете, а у вас непосредственно физическая работа. Постепенно я начал привыкать, адаптироваться. И изначально я себе поставил такую установку, прям еще даже не попадя на пароход, что я буду тренироваться. Чтобы то, как бы тяжело не было, я буду весь рейс тренироваться. И я сдержал, ну, то есть я выполнил свою установку. И как бы тяжело не было, я даже очень уставший, приходил всегда в зал, в одно и то же время занимался. И очень рад этому на самом деле, иначе бы я запустил бы полностью форму. Итак, я начал привыкать к этому графику, режиму, тренировки встроил даже в это. И не успел я полностью привыкнуть к работе в цеху, тут уже надвигается перегруз. А перегруз, это, наверное, для меня было самое адское, что может быть, потому что он длится 2-3 суток без остановки, и 6/6, то есть ты 6 часов отработал, сменщик твой приходит, кулачками стукнулись и поменялись, процесс не останавливается. И вот теперь контраст такой, попробуйте себе нарисовать. Все лето была жара, я на даче с семьей, с ребенком, там в нарды играли,
пиво холодное пьешь, то есть ты отдыхаешь, расслабляешься. И вот на фоне вот этого расслабления ты через 2 недели практически ты уже оказываешься в трюме минус 35, все гремит, скоростя очень большие, то есть работа очень слаженная. И мне было на самом деле прям, ну, шоковое такое состояние, потому что не то что физически, а вот именно морально ты не понимаешь просто, что происходит. Ты не знаешь, что делать, как делать, куда. Там даже каждый человек должен в определенное место коробки скидывать. То есть даже в этом нельзя делать как попало. То есть там я еще понял, что такое четкая дисциплинированная работа, слаженная. Какой она результат дает. Там, то есть там на счету каждая секунда. И за это начальство очень, за этим начальство очень сильно следило и подгоняло постоянно. И то есть ты, получается, все 6 часов без остановки либо таскаешь, либо кидаешь эти коробки. Коробки по 24 килограмма с тонкими такими страпексами пластиковыми. Они врезаются тебе в пальцы. Самая распространенная там проблема была, что у всех немели руки. И хорошо еще, что я занимаюсь спортом. Поэтому у меня, например, после перегрузок, многие говорили, что будет все тело болеть. У меня ничего не болело, только под руки онемели. И это ощущение у меня даже после рейса только через месяц прошло. Итак, получается такая картина. 2 недели в среднем ты работаешь в цеху. Сразу же, как только забивается трюм, уже перегруз. 2-3 суток. И пошел дальше. И то есть вот такая вот цепочка работает. 6 через 6. 2 недели до полной забивки, перегруз 2 суток и пошли дальше. То же самое все. Там настолько все однообразное, что ты даже здороваешься, когда на смену выходишь с людьми в одних и тех же местах. То есть не на рабочих местах, а когда они уже идут. То есть ты в одних и тех же местах. Я очень хотел сделать видео, но, если честно, там много чего я не поснимал, просто потому что уже не было желания и сил. Ты очень устаешь, и как бы уже тебе кажется, да, потом, и в итоге уже рейс закончился. И вот получается, ты, вот твоя каюта, ты из каюты вышел на камбуз, поел, сразу же спускаешься в сушилку вниз, это раздевалка так называемая, переоделся, пошел в цех, отработал, с цеха сушилка, помылся в каюте обратно на камбуз, поел, спать. И так все 3,5 месяца, постоянно одно и то же, то есть... Если так картину нарисовать, то есть ты делаешь все время, то есть алгоритм, он один и тот же. То есть он может быть такой вытянутый, а если все собрать, то есть у тебя буквально через 2 недели весь цикл повторяется. Поэтому я старался не забрасывать тренировки, хоть как-то разбавить свое пребывание там, потому что я понимал, что за 3,5 месяца либо можно чего-то добиться еще в тренировочном плане, да, либо вообще потерять все. Чего-то такого добиться у меня не получилось, я просто постарался удержать визуальную форму хотя бы. У меня это получилось, но силовые, конечно, очень сильно упали. Плюс я еще разбавлял свой быт там походом в баню. То есть я тренировался каждый день, и с утра я придумал отличный комплекс, 5-минутный. Я его потом покажу вам. 5-минутный комплекс и вечером перед сменой тренировка. И через день баня. Вот, вот, в принципе, тоже туда же, в этот же алгоритм можно добавить его, и у тебя все. У тебя практически день сурка постоянно. Каждый день 3,5 месяца. И это, конечно, угнетает очень сильно. И плюс не забывайте, что все это, ну, то есть за 3 месяца, которые я там был, постоянная качка, то есть она не прекращается. Не прекращается даже несмотря на то, что пароход был большой. Это все, что касается самой непосредственно работы. На перегрузе нет такого, что если ты устал, надо чуть подышать, отдохнуть. Нет, такого там нету. Ты в любом случае будешь работать. И если ты остановился, на тебя также те же матросы, которые с тобой работают, будут тебя подгонять. И доходило до того, что, например, когда человек, например, либо упадет, либо ему на ногу коробка там упадет, ему больно, он может корчиться от боли, никто его не жалеет, нет никакого сочувствия. То есть у всех это вызывало истерический смех. Я понимаю, что это из этой обстановки, это, видимо, уже защитная реакция мозга. И у нас такая была поговорка, что в трюме на перегрузе всегда кому-то больно. И как только кто-то там падал, что-то с ним случалось, все кричали, что человеку больно. Это было действительно смешно. Человеку, ему больно, он корчится, а кричат там, что человеку больно. И он сам уже начинает даже смеяться, потому что он, ну, понимает, нет такого, что он сидит, думает, вот там, мне больно, все смеются. Там нет. Там уже обстановка, она сама такая уже, атмосфера. Самый большой страх мой перед рейсом, это было не получить травму. Потому что если я получу травму какую-нибудь, то я выпаду из тренировочного режима. То есть я сюда пришел, на сушу, у меня здесь тренировки, людей тренирую, сам тренируюсь. То есть мне надо быть в строю. Мне практически это удалось. То есть я весь рейс на перегрузах, мешки и коробки поднимал, старался правильно это делать.
Но на одном из последних перегрузов я дернул транспортер, неправильно стоял или еще что, я не знаю. Но у меня разболелась спина, и в конце смены уже я не мог ни согнуться, ни разогнуть, то есть носки даже не мог снять. Пошел к врачу, мне в позвонок укол сделали, точнее под позвонок, и в ягодицу. И сказали, что у меня смещение позвонка и подвывих малой подвздошной кости. Звучит это, конечно, жутковато, но оно и по ощущениям было жутковато. Мне повезло только то, что у нас на пароходе был очень грамотный врач и мануальный терапевт. Он сделал укол и сказал, что через 6 часов укол подействует, и он мне вправит обратно. Но у меня через 6 часов уже была смена. И он сказал, если там не пройдет боль, то я тебя сниму с перегруза. Естественно, я ничего не стал говорить, потому что не хотел просто, чтобы думали, что я решил просто, грубо говоря, слиться с перегруза. Я пошел, отработал, потому что укол облегчил мои страдания. И потом же он мне все вправил, и только через месяц после рейса у меня уже прошли боли, вот эти, ногу отдавало, то есть поясница болела, то есть это на самом деле серьезная травма, и я думаю, что на самом деле это все затянется. И как бы я ни старался вам объяснить, рассказать, как там все было, как там было тяжело, это у меня не получится, потому что мне даже там парни говорили, что чтобы человек понял, каково это здесь работать, ему надо прям хотя бы на 6 часов, на одну смену попасть туда с нами поработать. Только тогда человек может хоть как-то себе представить, что это такое. Я даже сам знал, что иду на тяжелую работу, то есть тяжелый график. Но я не мог даже представить, насколько это будет для меня первый раз вот сложно и тяжело. И то, что я вам сейчас рассказываю, конечно, это навряд ли у вас там может нарисовать картину там хотя бы 50 или 60% от того, что ты там чувствуешь, там, там видишь и так далее. На протяжении всего рейса ко мне подходили и спрашивали, пойду ли я снова рейс, как мне вообще в море. Естественно, я говорил, что отвратительно, что я больше никогда в жизни не пойду. Они все говорили, что ты на суше побудешь, потом захочешь еще раз. И все говорили, что море затягивает. Я думаю, да как оно может затянуть, если это полнейший трэш? То есть ты постоянно пашешь как раб, в буквальном смысле. И, к слову сказать, ты там не думаешь о том, что ты хорошо заработаешь. Я устроился в хорошую контору, на хороший пароход. Я знал, что я хорошо заработаю. В принципе, все так и получилось. Но там ты о деньгах думаешь в последнюю очередь, потому что это все тебя угнетает. Еще я так понял сейчас, что из-за того, что я первый раз пошел, на меня это оказало такое давление. Конечно, я отнекивался. И придя на сушу, на берег, я понял, почему они так говорили. Потому что там у тебя нет никаких проблем бытовых. За тебя все уже придумано, что тебе надо делать. То есть даже по поводу работы не надо думать. Если что-то не знаешь, спросил, тебе сразу сказали. То есть ты как робот работаешь, отработал, пошел, поел, поспал, все. За тебя постирали, там все это, помылся, там все готово. Никуда не надо ехать, ни с кем не надо разговаривать, договариваться, где-то какие-то счета оплачивать, тебе затрат никаких нет, ты к этому привыкаешь. И поэтому я целый месяц не мог на берегу раскачаться, прийти в себя. И сейчас я уже думаю, что, может быть, я даже еще раз схожу. Но, естественно, не в ущерб своей деятельности. Я пошел вообще для того, чтобы на семью заработать, и чтобы свой зал новый, я сейчас в новом месте обживаюсь, ремонт доделываю, я вам покажу обязательно в следующих видео, расскажу. То есть это то, куда основная часть денег моя ушла, чтобы я занимался своим любимым делом. То есть, конечно, не в ущерб этому, я, может быть, и еще раз схожу. Это чтобы подправить уже более-менее свое положение. Но вот такой вот момент, когда настолько это тяжело, но ты приходишь, и тебе кажется, да не так уж и тяжело было. То есть здесь постоянно у тебя затраты, постоянно они нескончаемые. И не то, что на развлечения, на какие-то, на шмотки или еще что-то. Нет, очень много затрат, постоянно куда-то надо ехать, что-то делать надо. И если честно, это было мне прям очень тяжело давалось. То есть я прям, это ломает тебя. Сначала меня в море ломало. То есть ты там пытался как-то освоиться, привыкнуть там. Потом приходишь на сушу, тебя на сушу ломает. То есть вот такая сложная на самом деле ситуация, с одной стороны. Но когда в рейсе было очень тяжело, я вот по сторонам смотрел, и там были такие люди, очень возрастные, и они работали как роботы. Они лучше, чем молодые где-то даже работали. И в тот момент я затыкался и понимал, что ну, должно быть стыдно-то. Я-то молодой, а там такие уже в возрасте люди, и они никогда не жалуются, такие постоянно на каком-то позитиве даже, я бы сказал. И в такие моменты, конечно, тебе немножко становится стыдно. И плюс к тому же я себе всегда повторял, если что-то не нравилось, то есть я там начинал там где-то про себя там где-то ноешь, вот что я забыл, я начинал сразу говорить себе, что меня сюда никто не звал, никто не заставлял, поэтому в любой момент ты можешь точно так же пойти домой, тебя спишут и все.
Это что касается такого морального момента. И подведя итог, что я хотел бы вообще сказать. 20-й год, он был, конечно, очень тяжелый для многих. И когда вот это все началось, я думал, что это, наверное, самый такой тяжелый, ужасный год. Но на самом деле это в моей жизни оказался лучший год. Во-первых, потому что у меня родился в этом году сын. Об этом мечтает, мне кажется, любой отец, любой папа молодой. Родился у меня сын. И я пришел к такому выводу, что любые изменения серьезные в жизни, в лучшую сторону, они всегда будут проходить через какие-то такие тяжелые, жесткие переломы. И я очень рад, что я съехал с старого зала, что я поменял вид деятельности, что я закрыл свое кафе, что я сходил в море. Я получил гораздо больше за этот один год, чем за предыдущие годы. И теперь я четко понимаю, что если ты хочешь что-то в жизни поменять, то есть у тебя не получится это сделать плавно, подстраховаться, постелить соломку, там, у тебя чтобы был запас какой-то, так не бывает. Все эти вещи происходят через жесткий, такой суровый перелом. И ты выбираешься уже из этого, уже опытный, более опытный, переосмысливаешь что-то. И если у тебя, конечно, есть голова на плечах. То есть я понял, что мне надо минимализировать свои расходование своего внимания и своих сил. Чисто 2 января. Вот они. О, какова же красота. Матросы херачат. Ржавчину сейчас будем отмывать. Ну какова же красота! О, ёб твою мать! Трём, все отмывается. У матроса все отмывается. Несмотря на то, что год был такой тяжелый и суровый, что многие пострадали, но я считаю все-таки, что ни одна позитивная вещь, важная в нашей жизни, не будет происходить без каких-то серьезных повреждений, потерь. То есть это я считаю нормальным. Этот урок я для себя усвоил очень сильно. И я считаю, это очень важный опыт, который надо не забывать. И я, кстати говоря, в море тоже старался постоянно все плохое и все хорошее старался запомнить. Благодаря 2020 году я не боюсь таких уже серьезных изменений. То есть мне не страшно пойти там еще раз в море, например, неважно, другое место поработать, что-то новое сделать, там, не знаю. То есть на какой-то серьезный шаг мне уже гораздо меньше времени на раздумья, я буду гораздо меньше бояться этого. Я надеюсь, вам было интересно, полезно. Если да, поставьте лайк, если нет, поставьте дизлайк, в комментариях напишите свои вопросы. Мне очень приятно и всем пока.